Алсу поговорили после номера, она в позитиве абсолютно, мы получили удовольствие, вышли на сцену. Не бойся, это ночь. Очень здорово, что мы все-таки решились и спели именно эту песню. А мне это вдвойне приятно, потому что она моя. Самое главное в этом дуэте, это то, чего очень и очень мало на сегодняшней нашей эстраде. Это вот этой вот неподкупной и вот этой вот непридуманной женственности. Сегодня я решила спеть достаточно шуточную песню в шуточном образе. Ну, в общем, вы все сами увидите. До трусов я не разденусь точно, поэтому этого от меня не ждите. Очень хочу сыграть в кино, и мне кажется, у меня бы получилось, но, к сожалению, никто меня не зовет. Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В груди моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь позови. Видишь, гибне сердце, гибнет в огне дышащей лаве любви. Нам попугай грозил загадочно пальмовой веточкой, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой из группы девочки, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Я майским ромом, пахнут сумерки синие, длинные, а город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Кто-то опять окрасил улицы красками дивными, но грозовые тучи кружатся над вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь позови. Слышишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Игорь Яковлевич, не виновата я. Игорь Юрьевич сам пришел. Не подходи, Дубцова, я тебя боюсь. Будем обсуждать твой моральный облик.
Мало того, что ты по всем прошлась уже сегодня. Кроме того, я первый раз видела растерянное выражение лица у Виктора Дробыша. Он всегда знает, что делать. А сегодня не нашел ничего лучше, как вот вспомнить цитату из фильма. Жалко, что выше оценки, чем десятка, не существует. Я бы ее не уравнивал с предыдущими, ни в обиду никому. Я бы поставил 12. А я в этом и не сомневаюсь. Но оценки сегодня ставите все-таки не вы, а наш уважаемый жюри. Спасибо большое. Жюри сражено на повал. Особенно меня радует Сергей Мандрик, который, по-моему, вообще потерял дар речи. И все-таки, Сергей, вы можете вот свою мужскую позицию сейчас сформулировать и высказать ее? Ну, во-первых, мне очень понравилось то, что Ира от выступления к выступлению меняется. Сегодняшнее выступление вообще было знаменательным для меня. Здесь вот, например, Ира показала и пластику, и актерское мастерство, и плюс замечательный вокал. И это не могло просто не понравиться не только мне, я думаю, вот и всем в зале. За это и десятка. Спасибо. Ну вот женщины, мне кажется, поставили свои десятки из каких-то других соображений. Ну что это с других-то? Приятно посмотреть на такой колорит, артистизм, красоту, талант. Ира молодец, просто супер. Спасибо. Эвелина. Да, я тоже вот не поняла, почему сразу про зависть? Ну да, я завидую, вот я завидую платью, в котором сегодня Виктория Дайнеко, не я первая его продемонстрировала на Первом канале, это действительно жаль. Но здесь, в данном случае, я должна сказать не об одежде, это что-то, что выливается за пределы собственных рамок. Это действительно что-то, что является комплиментом зрителю, что демонстрирует сердце, что... показывает, я знаю, как это нужно сделать, и самое важное, у меня есть своя трактовка. Это очень и очень важная вещь. Я бы подчеркнула двумя красными линиями. Точно. Спасибо большое. Спасибо. Что-то Стас у нас как-то заскучал, глядя на Дубцову. Но я до него не дошла просто. Не дошла. Не распространяй свой магнетизм на Стаса Нами. Я должен вам сказать, что вы действительно очень талантливый человек. И вы действительно и пели профессионально очень здорово, и очень смешно и весело все придумали. И вообще это все очень непросто. Это кажется, что все так вот легко, как вот произошло, да? А вообще это поставленный очень профессиональный номер, который даже если кем-то придуман, его сыграть очень трудно. Спасибо. А у меня есть некоторые подозрения. Не происки ли это? Игоря Николаева, который сказал Дубцову, больше секса. Давай, давай, Дубцова. Прежде всего, вот это я называю музыка-кино, песня-кино, да, вот в чистом виде. Ира просто исполнила условия сегодняшнего конкурса. Это была просто полная гармония, Ириша. Спасибо. Спасибо. Такой Дубцовой мы еще не видели, вот что самое главное. Что представляет собой наша таблица и как выглядит борьба. 4 участника выступила, конечно же, Дубцова со своими 70 баллами на вершине. Вика Дайнека и Марк Тишман идут с небольшим отрывом. А вот у группы Корни, как кажется, дела не очень. Друзья, не расслабляйтесь. Это же «Фабрика звезд. Возвращение». Тут возможно всякое.